Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы с вами вяжем мини-версию кардигана. Очень много было отзывов, очень много было комментариев, все хотят. Вот, поэтому я вяжу. Сейчас нахожусь в данный момент в Чехии, поэтому у меня нет возможности купить пряжу, ну, достаточное количество, чтобы связать кардиган, поэтому я вяжу мини-версию, да, и быстрее вам предоставлю ее. В принципе, это, то есть, я думаю, вы понимаете, я езжу сейчас туда-сюда, поэтому в данный момент вот так вот. Значит, что хочу сказать, порекомендовать пряжу хочу однозначно. Я ее попробовала, вязала маленький свитерочек Alize Baby Best. Шикарно. Вот у меня образец связан из этой чешской пряжи, которую я раньше использовала. Вот полный аналог, теперь я знаю, это Alize Baby Best. Ну, вот прелесть, я вам говорю, в работе. И вот выглядит она точно так же. И немного блеска дает. Ну, в общем, классная. И по метражу она полностью идентична. Для моих зрителей из Украины с удовольствием рекомендую продавца турецкой пряжи. Ссылка на аккаунт в Instagram под видео. Страничка новая, не пугайтесь, но она полностью под моим контролем и создана для того, чтобы обслуживать именно моих зрителей, которые перейдут туда. То есть, чтобы можно было купить пряжу на ту определенную мою модель. Я постоянно на связи с девушкой, которая обслуживает эту страничку. Ассортимент будет регулярно пополняться, это все в будущем. На связи с вами будет прекрасная девушка Елена. Обратиться к ней вы можете не обязательно Инстаграм. У кого нет Инстаграма, под видео есть электронная почта, Вайбер, Ватсап, номер телефона. Как вам удобно, пожалуйста, обращайтесь. Это мои проверенные контакты, так что не пугаемся. Я на связи, я консультирую. Поэтому задавайте вопросы, мы с ней будем обговаривать. На вопросы, которые она не сможет ответить, в любом случае я на связи, я проконсультирую по поводу моих моделей, я имею в виду. Все последующие модели на моем канале будут связаны из турецкой пряжи. То есть из пряжи турецкого производства, для того, чтобы все могли эту пряжу в любой стране приобрести, не только в Украине. В Украине я как бы рекомендую продавца. Если вы продавец в любой другой стране этой же пряжи, пожалуйста, ко мне обращайтесь. На страничке в Instagram будут регулярные розыгрыши, лотереи на пряжу, скидки. Это все планируется. Так что, девчонки, переходим, подписываемся, следим за аккаунтом и приобретаем пряжу. Не обязательно, можно только просто участвовать в розыгрыше. В общем, следите за новинками. Все полезные и нужные ссылочки под видео в описании. Значит, вязать буду мини-версию. Вот такие вот мерки я сняла. Это тоже вам нужно. Поэтому первым делом вяжем образец. Вязала я спицами 3 миллиметра, пряжа там у нас 240, по-моему. Вот, ну, это для, как бы, мне нравится, кстати, вот такой вот. Если хотите более рыхлое полотно, либо будете разутюживать, то уже считайте на разутюженном. Ну, в общем, вяжите образец такой, как должно быть изделие по итогу, в финале. Вот, мерки, окружность, смотрите, я округлила все, вот примерно окружность бедер у меня 100, то есть уменьшать я буду, вот смотрите, в 3 раза, короче, ну, приблизительно, вот так вот я это все округлила, чтобы хотя бы цифры нас не нагружали, да, чтобы у нас циферки были удобные. Вот, длина изделия всего вот от плеча вот отсюда вниз, это 100 сантиметров, ширина. От рукава, вот смотрите, от локтя до второго локтя, 100, примерно 100 сантиметров, там чуть меньше было. Ну, я опять же говорю, для образца я просто округлила. Вы меряете точную свою цифру. И длина до талии, вот здесь вы меряете себя, человечка, вот от верху до талии. У меня 44 сантиметра, вот, и на 3 разделила примерно, это 14 сантиметров. Вот, все округлила, не четко на 3, так бы здесь было 33, но нам такие цифры мне не нужны, в общем, поэтому я сделала вот так.
В общем, снимайте вы все вот эти мерки. Далее у нас пойдут расчеты. Расчеты, хотя казалось бы такой простой кардиган, но там расчетов у меня мозг почему-то чуть-чуть сломался мозг. Сейчас мы будем считать. В общем, первым делом у нас вот здесь вот длина, да, 30 сантиметров. Вязать будем первую спинку. Ширина изделия, ширина всего изделия, вот давайте я здесь буду рисовать. Мы начинаем с ширины. Ширина изделия по низу у нас половина окружности бедер, то есть 15 сантиметров. Это будет моя мини-версия. Если бы это была классическая, ну полная версия, то это было бы 50 сантиметров. У меня 15 сантиметров, это количество петель, которые я должна набрать. Значит, что нам нужно? Нам нужно сейчас набрать петли и провязать там. Здесь я, кстати, написала 10 сантиметров. Мы не будем делать эти 10 сантиметров, мы будем сразу вот делать вот такое вот добавление. И скорее всего, что там в оригинале оно так и есть. Обычно человек рассмотрит повнимательнее, потом вот я сейчас сразу нарисую. То есть нам нужно рассчитать на данном этапе, распределить вот эту высоту на наши 100 сантиметров. В моем случае это 30 сантиметров. Вот, давайте для начала, вот первое, что мы сделаем. Вот здесь вот у нас будет скос. Так, первым делом, длина, вся длина у нас здесь 30 сантиметров. Из них вот 14 сантиметров у нас сюда уходит, 14 сантиметров у нас до талии. Вот она талия, от талии вверх мы считаем вот эти вот 20 сантиметров рукава, которые в нашем случае это будет 7 сантиметров. 7 сантиметров отверстия на рукав. Давайте еще раз. Значит, общая длина 30 сантиметров, общая длина, длина вот 30 сантиметров. От них отнимаем 14 сантиметров высота до талии. То есть здесь у нас остается 16 сантиметров до рукава. Вот длина от начала сюда, это 16 сантиметров. Это я отняла 14. От этих 14 отнимаем 7 сантиметров вот, вход в рукав. Рукав 20 сантиметров. Разделить на 3 это 7, ну приблизительно, да. То есть сама вот этот, сам вот этот вход в рукав в оригинале, он у нас, ну в смысле 20 сантиметров для нормального, и здесь у нас 7 сантиметров на скос плеча у нас сейчас уходит. Сейчас мы это считать не будем, нам нужно рассчитать вот эти 16 сантиметров. И сколько нам нужно сделать добавлений. Для этого мы ширину 100 сантиметров, в моем случае 30. Это мы сейчас пока считаем в сантиметрах, потом мы это все переведем в петли. Я понимаю, не очень просто, но что поделать. 30 минус 15. То есть что я отняла от общей ширины вот этого изделия всего у нас 30. Минус 15 ширину по низу равно 15 сантиметров. В 15 сантиметрах у нас вот считаем по нашей формуле. Калькулятор. Наша формула в 28 петель. Так, как выглядит наша 28 петель? 11 сантиметров. X петель 15 сантиметров. Значит, 28 умножаем на 15 и делим на 11, и получается у нас 38 петель. То есть в 15 сантиметрах 38 петель. Вы по этой же формуле вот здесь вот мы умножаем и делим потом на вот это вот число. Подробное видео, как делать эти расчеты, я вам оставлю под видео в описании. Значит, в 15 сантиметрах у нас 38 петель. Это значит, что здесь мы набираем 38 петель.
И здесь нам нужно добавить 38 петель. То есть, если поделить, то это будет 19 петель здесь и 19 петель здесь на 16 сантиметрах. Что это значит? Нам нужно посчитать, сколько вот до талии у нас рядов в 16 сантиметрах. Итак, чтобы пользуемся той же формулой, значит, в 30 рядах, вот в высоту, вот мой, кстати, образец, 30 рядов, это 6,5 сантиметров. Делаем то же самое. 30 рядов, это 6,5 сантиметров. X рядов, то есть нам нужно узнать количество рядов, это 16 сантиметров. Вот они наши 16 сантиметров. То же самое. 30 умножаем на 16 и делим на 6,5. Значит, 30 умножить на 16 и поделить на 6,5. 73, вот смотрите, и 8. То есть 74 ряда получается. В высоту у нас здесь 16 сантиметров, 74 ряда. Это понятно, да? Вы подставляете свое число. Вот сейчас вот в расчетах следуйте за мной, а потом просто будете вязать как бы свое число. И 78, да? Так, подождите. Значит, округлили 78, и нам нужно добавить 19 петель. Но промежутков у нас 20, потому что вот если взять вот так вот 19 петель, то у нас здесь промежуток и здесь промежуток. То есть мы делим это число, вот, на 20 не делится. А давайте мы вот здесь вот либо округлим, либо два ряда уберем, разделить на 20, 3,9. То есть я добавляю в каждом четвертом ряду. Вот прекрасно получается. То есть добавление у меня... Почему в четвертом? Потому что 3,9. Если я округлю до 4, у нас получится, что здесь, допустим, мы провяжем, добавим в четвертом ряду, а здесь у нас просто будет после последнего добавления всего 2 ряда. Вот в лицевом мы добавили, изнаночные провязали, и все, и пошли ровно вязать. То есть вот так вот, то есть эти два ряда, вот 78, либо просто мы добавляем два ряда, они большой погоды не сделают. В общем, в каждом четвертом ряду мы добавляем. Это понятно, да? То есть мы достигаем ширины, которая нам нужна. Сейчас пока вяжем вот по вот этому вот плану, который мы составили. Потом мы посчитаем этот скос, сколько нам нужно убавлять петель. Так, я набираю 38 петель. Так, и первый ряд вяжу резинкой 1 на 1. Второй ряд я делаю красивый край, значит, лицевую петлю ввожу спицу сзади, переснимаю ее и вывожу вперед, потом провязываю. Подробнее этот способ тоже оставлю ссылочку под видео в описании. Перехожу на полупатентную резинку. В лицевом ряду я вяжу просто резинкой 1 на 1, а в изнаночном я вяжу полупатентную, то есть на ряд ниже. Так, что по поводу пряжи, количество пряжи, девчонки, вот не знаю, вы знаете, вот так вот визуально, навскидку, я бы сказала, что если этим узором вязать, и так как на меня, то...
Ну, мотков 7 однозначно. Вот. То есть, если вот на эти размеры. А то и 8, потому что при такой длине может быть даже и 8. Вот, это ориентировочно. А вообще, если честно, заказать килограмм, а потом это пряжа на топик вообще шикарный. Будет топик и 200 грамм, связать летний топик, если останется там 200 или 300 уже из того, что останется. Вот, так, в изнаночном ряду я вяжу на ряд ниже. Вот он, не в петлю, а на ряд ниже. Вот и весь узор. Вот. И со следующего ряда, вот уже у меня 4 ряда, со следующего я буду делать добавление. По поводу пряжи сказала, по поводу спиц я вяжу троечкой, можно взять больше спицы. Но зависит от того, как вам нравится сам узор. Вот попробуйте на образцах, попробуйте поменять спицы. Ссылку на спицы тоже оставлю под видео в описании, потому что вы спрашиваете. Здесь либо делаем вот так вот воздушную петлю в начале и в конце ряда, господи, либо из протяжки вывязываем петлю после кромочной и в конце перед кромочной, и следующее добавление через 3 ряда. Вот и продолжаю я вязать свои 78 рядов, при этом добавляя петли через 3 ряда в каждом четвертом. Итак, вот я провязала, девчонки. Что хочу измерить вам, значит, у меня должно быть сейчас 30 сантиметров, а в высоту 16 сантиметров. То есть я добавила эти петельки все свои, теперь у меня 76 петель на спицах. И смотрим, вот такая вот мини, вот 30, кстати, даже чуть больше, но это у меня растягивает эта леска. Но, ну, в принципе, 30 сантиметров. Да? Смотрите, это то, о чем я говорила в первом видео, что эта вязка у нас, она же потянется вот так вот. Поэтому у нас рукав будет все точно так же, как в оригинальной модели. Он у нас обвиснет и будет длинным, поверьте мне, благодаря этой вязке. Вот, длину у нас 16 сантиметров. И теперь что у нас по плану? Теперь по плану вот эти вот 7 сантиметров, ровно 7 сантиметров, в оригинале 20 сантиметров. Для это будет наше отверстие рукава, и сейчас я вяжу ровненько, а потом мы сделаем скос плеча. Всего 23 осталось мне. Осталось мне 7 сантиметров. И теперь мы считаем, вот они, 7 сантиметров, где-то 1/10 вот мы оставляем, то есть 10 сантиметров оставляем на горловинку. Вот, вот здесь вот. В моем случае это 3 сантиметра. 3 сантиметра это... Не знаю, сколько петель. Это 7 петель где-то. 7-8 петель. 8 петель это 3 сантиметра. Да, все правильно. А значит, что это значит? Что нам нужно убрать всего у меня здесь 76 петель. И я отнимаю 8.
получается 68 петель. Мне нужно убрать вот здесь вот 68, значит, разделить на 2 две стороны, это 34 петли. То есть 34 петли мне нужно убрать до 7 сантиметров. В 7 сантиметрах сколько у меня рядов? Калькулятор, опять же, значит, высоту 30 рядов, 30 рядов это 6,5 сантиметров, x рядов это 7 сантиметров. Так, 30 умножить на 7 и разделить на 6,5. Это 32 ряда. То есть высоту мне нужно провязать 32 ряда. Вот эта вот часть, 32 ряда. При этом сократить мне нужно 34 петли. А это значит, у меня будет в 32 рядах 15 сокращений, потому что они делаются через ряд. Значит, 2 ряда как бы мы не берем в расчет, потому что там будет закрытие. И вот, значит, берем 30 рядов. И 34 петли. Вот здесь вот, девчонки, опять округляем. Значит, в этих местах вот точно, чтобы просто распределить равное количество как бы закрытия, я делаю что? Я вот эти вот 2 ряда просто потом как бы довяжу сюда 2 ряда, вот здесь вот добавлю. И мне нужно разделить на 30 рядов эти сокращения. Сокращения я тоже добавлю. Смотрите, здесь у меня 8 петель, я добавлю сюда эти 4. То есть плюс 4 и плюс еще 4 с этой стороны. То есть здесь плюс 4 и здесь плюс 4. То есть здесь у меня будет сокращено 30 и здесь 30. То есть здесь будет горловина, но ровная как бы часть пойдет сюда к плечику. И потом пойдет вот так вот скос. Понятно. То есть максимально подгоняем под ту цифру, потому что распределить так, чтобы было равномерное как бы сокращение, очень сложно. Мало когда это попадает. Значит, что я буду делать? Сейчас нужно как бы провязать эти 2 ряда, которые у нас 32, и потом у нас будут вот эти вот сокращения. Кстати, я забыла досчитать. Значит, так, кстати, досчитываем. Значит, вот это число петель, число рядов, которые у нас получилось. Я убрала эти 2. Сейчас я их провяжу. Мы делим на 2. Получается 15 сокращений у меня. За эти 15 сокращений я должна сократить 30 петель, потому что 4 я уже убрала и осталось тоже 30. 30 делим на 15, получается 2 петли. То есть вот эти 30 мы поделили на количество рядов, количество сокращений. И получается по 2 петли в каждом втором ряду я буду сокращать. Сокращать буду плавным способом, чтобы не было вот этих ступенек. Сейчас я вам покажу. Я второй ряд довязываю изнаночный. Так, до конца не довязываем. 2 петли. Поворачиваем работу.
эти две петли одеваем на левую спицу, провязываем вместе, это мы сократили одну петлю, теперь следующую провязываем по узору и переснимаем вот так вот. Вот мы сократили две петли, теперь вяжем до конца ряда, в конце ряда тоже делаем то же самое. И вот в конце каждого ряда мы сокращаем по 2 петли. Потому что это мы посчитали с одной стороны, но мы же делаем и с другой еще 30 петель с другой стороны. То есть с каждой стороны у нас будет сокращено по 30 петель. Так, в конце, вот смотрите, 2 петли. И можно их сразу переснять на эту спицу. Вот, не должна остаться сзади. В начале ряда я сначала провязываю эти две не провязанных вместе, потом следующую петлю и переснимаю вот эту, одеваю на эту петлю. Все, вяжу ряд до конца. И так, пока у нас не останется вот то количество петель, которые мы здесь посчитали. В моем случае это 8. Плюс 8, то есть 16 петель у меня должно быть по центру. Эти 8, 4 и 4, которые я добавила, забрала из этих 30. И 8, которые у меня на горловине. Итак, вот такая вот у меня деталь получается, деталь спинки. Такой вот плавный скос у нас плеча. Ширина у нас 30 сантиметров, длина у нас 30 сантиметров. Все идет по плану. Сейчас я закрываю эти 16 оставшихся петелек и перехожу к передней полочке. Вязать буду одну полочку. Так, далее, девчонки, пока эту деталь откладываю. Полочка у нас вот, вот такая вот половинка спинки. Вот единственное, что в оригинале, там, девчонки, там вот действительно половинка спинки без вот этого скоса. Но чтобы было не без скоса, нам нужно набрать вот так, вот насколько меньше. И получается, что полочка у нас получается уже спинки. Я не знаю, как разлетайка, это как бы прокатит, я так думаю. Но все-таки мое мнение, это как бы, то есть, да, вы поняли, что полочка должна вот быть вот такая вот, то есть без вот этих 10 сантиметров. Почему? Потому, ну, чтобы была как бы вот здесь вот ровная такая как бы самополочка, открытый вот этот срез, он ровный, без сокращений. Я же буду делать немного по-другому. Конечно, вы можете набрать без вот этих петель вот это вот количество, то есть здесь у нас было 8, значит, если я просто как пример вам считаю, если так, как в оригинале, вот, вот такая вот полочка, здесь карман, вот, и вот так вот она выглядит, то есть она ровная. Если в такая полочка, то вы 38 петель отнимаете 8 на горловину, и у вас остается 30 петель, из них 15 вы набираете. То есть от общего количества вы отнимаете петли горловины 10 сантиметров и делите пополам. Это и будут ваши две полочки. Это в том случае, если ровно. Я же наберу вот половину этого, не отнимая, и сделаю здесь там 4 петли, сокращу. Просто плавный такой вот, может даже отсюда, даже, кстати, отсюда, произвольно, просто эти 4 петли сокращу, чтобы был этот вырез, да, чтобы... Ну, проем этой горловинки был. Поэтому я набираю 38 петель у меня. 38, это у меня половина, 19 петель. И добавляю одну петлю кромочную сюда, дополнительную. То есть 20 петель я набираю. То есть в моем случае будет вот так вот половина располагаться. И здесь вот я сделаю такой вот плавный скос. Я даже там не буду для этого скоса считать ряды. Хотя, наверное, нужно, да, чтобы равномерно, плавно убавки сделать. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
19, 20. Делаю все то же самое. Первый ряд вяжу резинкой 1 на 1, потом перекручиваю ее, оформляю край, а потом вяжу ровно с одной стороны. А с этой стороны точно так же, как вы рассчитали на спинке, точно так же вы делаете добавление только с одной стороны на передней детали. Вторая сторона у нас ровная. Удобно будет вязать две детали в параллель, чтобы сразу определить левая, правая. То есть одновременно вязать две детальки от двух клубков, понятное дело. Тогда у вас получится, понятно будет сразу, где у нас левая, где у нас правая. То есть вязать ту же самую спинку, но только от двух клубков и разделенную. В общем, я вяжу далее и добавляю с одной стороны петли. При этом, девчонки, вот здесь, вот на этом этапе, приложите к себе спиночку и определите высоту размещения кармана. То есть вы только по себе можете это определить. Кому-то удобно выше, кому-то ниже, кому-то удобнее выше, ближе к сторонам, кому-то удобнее ближе к передней детали. Вот у каждого расположение этого кармана, оно индивидуально. Да, мы, мне, допустим, если я покупаю куртки, мне неудобны карманы боковые. Вот не люблю я их, мне неудобно. Вот мне нужно, чтобы вот здесь вот был карман, и тогда мне комфортно. То есть на этом этапе вы просто определите уже по готовой спинке, приложив ее к себе, высоту высоту кармана, вот размещение кармана. Если у меня заготовка кармана, вот вы от горловинки померили до кармана место, и сам карман, где он начинается, от той точки, где входит рука, и той точкой, где она заканчивается. Вот вам нужно определить ту точку, где карман заканчивается, и вязать до нее сейчас на данном. Вот когда мы условно довязали, да, до того места, давайте я приложу. Вот здесь вот я решила, что у меня вот так вот должен быть расположен карман. Да, я довязала до нижней точки кармана. Теперь, что я еще делаю? Я еще определяю вот нахождение его по ширине. Вот так вот я его расположу. Это значит у меня до кармана 1, 2, 3, пусть будет 4, 8 петель, которые сейчас... Предварительно, понятное дело, вы чулочной гладью вяжете карман вот такой величины, какую вы хотите. Вот я связала на 14 петель в моем случае. Если это был бы оригинал, то это было бы где-то 50 петель. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Теперь вот эту внутреннюю часть, 14 петель, да, в оригинале у нас там изнаночная гладь. Вот. Теперь мы берем нашу заготовку кармана, прикладываем лицевой гладью к полотну, а изнаночной к нам. И теперь буду присоединять. Значит, по петелечке я переношу на основную спицу и провязываю изнаночной гладью 2 петли вместе. Раз. Теперь я внутри буду вязать изнаночной гладью внутри этого кармана 14 петель, а по бокам я буду продолжать вязать этой полупатентной резинкой.
Можно отделить потом эти петли кармана маркерами, что я, наверное, и сделаю, чтобы вам было понятнее. И чтобы не потеряться, да, так будет удобнее просто. Все петельки. Здесь у меня нить, которая у меня была от вязания, я ее просто закреплю вот таким вот образом узелочком, да, сделаю здесь узелок. Все, карман мы прикрепили по одной стороне, вот видите, все он у нас как бы пришит ровненько, красивенько. Сейчас я возьму маркер. Так, теперь далее, значит, вот два маркера, я их просто один сюда, вторую сейчас подцеплю с другой стороны. Значит, теперь что мы делаем? А, еще ряд до конца провязать. Так, после маркера у нас по узору, притом бок прибавляем, как все по плану. У нас все, никуда не отклоняемся, все вяжем по плану. В изнаночном ряду, значит, здесь до маркера по плану, здесь у нас лицевая гладь по изнанке. Эти у меня 14 петель кармана, у вас же столько петель, сколько у вас карман. Так, вот она, последняя петля. Здесь я тоже подцеплю маркер. После маркера вяжем по узору основному. Так, теперь мы в лицевом ряду мы будем присоединять вот этот карманчик, как бы по бокам его пришивать. Мы довязываем до маркера, я его переснимаю. Теперь смотрите, вот поднимаю петли, кромочную петлю, да, вот этого вот кармана, вот она, кромочная петля, одеваю и провязываю ее изнаночной, кромочную и следующую петлю, хорошенько подтягиваем. То есть мы подхватили наш карманчик, вяжем 12 петель, то есть за кромочку, за две крайние петли от этого кармана, их у меня 14, я цепляю средние 12, я провязываю без изменений. Так, 12 я провязала, вот последняя петля, здесь я ее переснимаю, цепляю кромочную. Так, смотрите, вот она, вот она последняя, одеваю назад вот эту вот петлю, которую сняла, и провязываю их вместе изнаночной. Все, я подцепила, прихватила за кромочную. Здесь у меня добавление. Не забываем. Изнаночный ряд без изменений. Здесь у нас между маркерами лицевая гладь. Здесь основное вязание. И с лицевой стороны, в лицевом ряду, как бы мы снова делаем то же самое. Мы крепим наши кромочные, то есть поднимаем наш карман вверх. Здесь вот смотрите, вот эта кромочная у нас прихвачена здесь, значит, мы поднимаем следующую кромочную. Одеваем и с петлей, вот она кромочная, вот она одна петля.
мы их вместе провязываем. То же самое делаем в конце. То есть с каждым лицевым рядом мы поднимаем следующую кромочную и прихватываем, как бы пришиваем этот карман. Так, последняя изнаночная петля, вот она, кромочная следующая, и вместе их провязываем. И так далее продолжаем. Это уже видно, да? Видно, что наш карманчик красивенько, аккуратненько, ровненько пришивается. Так, вот когда вы подошли к верху, вот смотрите, последняя как бы петелька кромочная, вы ее одеваете и привязываете. Сейчас расскажу вам, какую я допустила ошибку, для того, чтобы вы ее не допустили. Сейчас мы с вами разберемся. Сейчас я еще прихвачу вот эту вот часть. Вот, видите, если у вас кармашек будет побольше, у вас вот эта закрутка прям будет такая красивая. Вот сейчас, подождите, я покажу. Карман на самом деле очень эффектный. Именно тем, что здесь комбинируется вот эта вот вязка с основным узором. Лицевая, изнаночная гладь. И вот он простой на самом деле. В исполнении простой. Вот последнюю я цепляю, провязываю, он у меня пришит. Вот здесь вот эту вот тоже ниточку можно привязать. Вот. И он на самом деле вот такая вот своеобразная простой кардиган, да, без никаких обвязок, ничего. Но вот этот карман, это изюминка этого кардиганчика. Вот он. Так. Теперь в принципе можно снять маркеры, потому что мы уже дальше будем вязать основным узором. Вот. И сейчас скажу про свою ошибку. Это так говорила моя одна знакомая, здесь чехи, которые постарше, они русский язык учили. И вот, ну, они его немного коверкают. Она говорила: ошибка. Так, значит, ошибка. Вот, видите, уже красиво, даже в мини-версии очень красиво и эффектно смотрится этот карман. Вот, в чем ошибка, сейчас хочу сказать. Девчонки, вот смотрите, вот где у нас к карману прилегает лицевая петля, все очень красиво, а вот где изнаночная, некрасиво. Для этого, чтобы этого не было, на карман нужно набирать нечетное количество петель. И начинать с изнаночной, и заканчивать изнаночной. Вот тогда он с обеих сторон вот такой вот будет аккуратненький, красивенький и ровненький. Вот не будет вот этого вот... смотреть вот эту штуку. Ну, в общем, понятно, да? Ошибка моя, а вы вяжите уже без нее. Вот, сейчас я довязываю до вот этого момента, то есть до рукава, все добавление, все как положено, основным узором вяжу до рукава. Вот, все строго по схеме, которую уже мы рассчитали. Вот на передние детали, по сути, нам уже и рассчитывать нечего. Мы просто вяжем уже под тем расчетом, который мы сделали. Я провязала вот до рукава, и теперь что я буду делать? Я буду вязать ровную часть, вот полностью дублирую спинку, а здесь я уже начну делать одно сокращение. Ну, вернее, сейчас сделаю, потом через 15 рядов в половине рукава второй раз, через 15 рядов в конце рукава третий раз, и вот в половине вот этого, через, то есть у меня получается через каждых 15 рядов у меня как раз выходит по одному сокращению. Это я сделаю вот этот скос на спинку. Вот эти 4 петли у меня с каждой полочки, это 4 петли. Вот они здесь, это мой, как бы моя горловина. Как я буду делать? Я просто первая у меня лицевая, я ее провязываю, а вот эти вот 2 изнаночные. Ну, кстати, да, некрасиво получится, потом мне нужно, значит, надо по-другому, значит, надо сейчас один раз 2 петли сократить, вот таким вот образом, чтобы у нас узор, как бы, вклинить в узор. То есть я сейчас провязала 3 вместе изнаночной, после лицевой,
И значит, через 30 рядов, вот в конце этого рукава я свяжу, еще раз провяжу 3 вместе изнаночной, и таким образом сокращу эти 4 петли. Вот мой план не сработал в этом случае, потому что некрасиво было бы 2 изнаночные вязать целых 15 рядов, это бы некрасиво выглядело. Вот так вот, девчонки. Значит, такое вот изменение у нас. Вот продублировала я рукав. Кстати, девчонки, смотрите, сокращение сделала, вот сейчас покажу как, потому что там, где я сократила 2, в общем, неудобно здесь делать сокращение вообще, вот поэтому там, наверное, и связано так ровным полотном. Я вот провязала лицевую со следующей петлей вместе, потому что там, где было 3, большая слишком ступенька некрасиво, не будет же обвязки, понимаете, и поэтому вот так вот непонятно. В общем, сокращениями, конечно, неприятность получилась. Хотя на большом изделии, может, оно и как-то и потеряется. Ну, вот не знаю, напишите свое мнение по поводу вот этого выреза горловины. Так, начинаю делать здесь сокращение плеча. Вот эти вот. И дохожу до верхушечки. Связала я эту детальку, смотрите, здесь вот, конечно, не очень хорошо видно, тут последние 4 как раз петли, вот они закрыты, вот они должны прийтись вот сюда, кусочек, помним, да, что здесь у нас по 4 петли ровного и 8 внутри. Значит, что я сделала, я оставила ниточку. Что хотела еще сказать, девчонки, тут все зависит, так, вот эта краска уже нам не нужна. Тут все зависит от степени вашего опыта, да. Вот это можно сделать незаконченными рядами, вот, и потом крючком сшить это все дело. Тут можно вообще соединить в непрерывное вязание и со спинки перейти на переднюю деталь сверху вниз, хотя потом надо немного по-другому карман. Но суть не в этом, суть в том, что уже здесь можно применить все ваши, как бы, знания, опыт ваш, и что кто умеет. Вот я, как бы, самую простую версию вам выдала, а вы уже смотрите, потому что если не законченными рядами, будет поаккуратнее, вот, потому что можно закрыть потом крючком, вот, и получается потом этот шов не такой грубый, да. Я сейчас сошью этот плечевой шовчик и обвяжу, сделаю обвязку рукава. В принципе, все. Вторую деталь, как бы, полочку я вязать не буду. Потому что она точно такая же, только в зеркальном отображении. Если вы будете ее... так, сшиваю, кстати, неаккуратно, не обращайте внимания, только потому что это образец, и мне нужно просто здесь шов. Ну, как бы, целью, красота не цель, как бы, этого шва. Вот о чем я говорила, забыла, представляете, все старею. В общем, сшиваю для того, чтобы обвязать рукавчик, показать вам манжетик. А про вторую половинку, вторая половинка, вот если будете вязать параллель две детали с двух клубков, тогда вы и добавление все будете делать симметрично, карманчик, убавление, вот тогда вы просто точно не прогадаете, все у вас будет симметрично, не нужно считать ряды, записывать, чтобы потом вторую полочку вязать, как бы, симметрично, просто вяжите две одновременно, и тогда будет намного проще. Так, я сшила этот плечевой шов. Вот. Вот убавление мне здесь не нравится, вот эта вот горловина, если бы она была ровная, да, в оригинале то, что я говорила, вот просто вот так вот ровная, здесь не знаю, девчонки, как, а мне, как бы, если ровная, то не хватает запаха, ну, как разлетайка, как вариант, в принципе, и неплохо, может, этот запах и не нужен, ну, не знаю, я свое мнение сказала, вот, чтобы было чуть побольше на передней детали, придется делать вырез. Если делать так, чтобы была просто ровная, как в оригинале, то она будет... Хотя и разлетайка. Тут же у нас ширины
принципе, это достаточно, поэтому можно смело убрать отсюда 5 сантиметров и вязать, и оно все равно будет нормальным. Значит, здесь у меня маленькая деталь, поэтому я делаю вот так вот, как бы со швом у меня будет, а вы лучше сделать в круговую, то есть сшить еще боковой шов и набрать петли вот по рукаву в круговую. Обвязка там у нас резинкой 2×2 в оригинале, то что я вижу, да, а петли набирать, я так думаю, или через одну. Давайте я попробую набрать из каждой кромочной по одной петле, ой, по две петли, то есть с каждого ряда получается по петле, и связать резинку 2×2, потому что этими же спицами 3 миллиметра, потому что все-таки полупатентная резинка такая объемная и рыхлая, а резинка 2×2 другая. Вот я сейчас наберу из каждой кромочной по 2 петли, свяжу эту резинку 2×2 и скажу вам, это нормально или лучше по, ну, как бы чередовать из одной. В общем, давайте я сейчас набираю и вяжу, потом по плотности я вам скажу. То есть визуально уже видно будет, это хорошо или это много петель для обвязки. Девчонки, смотрите, много петель, видите, надо через одну, поэтому я распускаю недолго, думаю, даже до конца не вязала, распускаю и буду набирать через одну. Что это значит? Это значит, что из одной кромочной я буду набирать одну петлю, а со следующей две, то есть через раз. Сначала, смотрите, одна, а потом две. Одна и две. Вот таким вот образом я наберу петли и вяжу, покажу вам потом. Так, девчонки, что хочу сказать. Вот оно, вот оно. Вот это мне уже нравится. Если вы хотите как бы поуже, то тогда набирайте из каждой кромочной по одной петле. Вот. Длину тоже смотрите сами. Понятное дело, что здесь будет отворот, а вы уже смотрите, как бы сколько вы хотите, в общем, этот манжетик. Вот, чтобы здесь не сшивать, потому что придется сшивать на две стороны, я, конечно, этого делать не буду, я просто хочу собрать это все дело в кучу. Вот. Вам лучше, конечно же, вязать в круговую. Вам будет проще, потому что вот такую вот маленькую детальку, конечно, не очень хорошо вязать. Вот. Ну, я сейчас сошью вам, покажу. Половинка моя связана, девчонки. Вторую, думаю, без труда сделаете. Вот. Ну и, соответственно, вот оно. Если это у нас ухватится на плечиках, то здесь у нас потянется и получится 100% длинный рукав по итогу. Вот такая конструкция. Вот видите, то, что я вам здесь говорила, это выглядит некрасиво. Поэтому набирайте нечетное количество петель. Если не хотите вот такое вот плотненькое, разутюживайте. Вот смотрите. Я образец разутюжила, и вот получится он такой разутюженный, нежный, струящийся, и вот такой вот, вот классный. Я бы себе, если делала, то он прям такой воздушный-воздушный и очень приятный. Вот. Все, девчонки, я думаю, все, я сказала, что я хотела для сегодняшнего видео. На сегодня у нас все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!